В этот день, в 1968 году, в Нижнекамске был заложен первый блок под фундамент первого производственного корпуса. Так началось строительство шинного завода. Его цель была тогда обеспечить колесами ульяновские и волжские автозаводы. Вся перевозка грузов ложится именно на машины. В Нижнекамске начали готовить и молодых специалистов для работы на новом производстве. Сейчас Нижнекамск шины является одним из крупнейших заводов страны.